С миром. Говорите. Игнатий Тихонович, я помню, как в одном из видео вы сказали, что в первую очередь вы дали бы изучать по толкованию блаженного Феофилакта именно Евангелие от Марка. Да. Но в этом видео не было объяснения, почему. Можете пояснить? Ну, очень даже просто. Во-первых, это уже не первое, это я считаю, вижу, сколько уже толкований разных. И больше всего, самое краткое Евангелие от Марка, и решительно, ну, каким стилем написано. Оно написано для людей, которые, ну, не знали совсем даже Бога. Вот так объясняется. Но раз мы этим занимаемся, мы по порядку все проходим. Это не означает, что другие не надо. Зараз все считать не может. А что в первую очередь? Новый Завет. А в Новом Завете что? Глубока душа. Ей Евангелие от Иоанна. Уверовать, как Спаситель, Евангелие от Марка. Любителям Библии Евангелие от Матфея. А любителям разной литературы отовсюду, пространно, литературным языком, Луки. Как стиль-то другой. Только поэтому. Для пользы человека. Но он может любой заниматься. Пособие от Марка, это у нас уже есть. Я на чужой основе это все переделал. А пособия по Матфею нету. Просто блаженный Феофилакт. А он, главное, брал из Златоуста. Я вот вел занятия много лет. Только в одном университете 18 лет преподавал. Я всегда брал блаженного Феофилакта. Вот поэтому опыт. Ясно. Спаси Христос. Да. И у нас так и идет. Я вас не вижу. Вас откройтесь, лицо свое. Сделайте, чтобы вас видно было. Вот как. Вам сколько лет? Я не расслышал. Нет, у вас не слышно. Посмотрите, почему? 34, Игнатий. Ага, 34. Я понял. Вы бороду-то не трогаете? Нет, после нашего с вами разговора так и не трогаю. Да, я не скрываю. Мне нравится, как вы считаете. Вот, надо выходить в 12 минут, не дальше. Кто-то начинает уже 16 минут и дальше. Люди не могут время много так отдать днем. И вы спокойно считаете так. Ну, мне нравится. Я немного вот послушал вас, и нравится. Вот Михаил там считает, Каримов. Как. Тут одна сестра считала, я сказал, что больше не считала. Не молитвенный настрой. Это в человеческом голосе. Ну, вот так. Какие вопросы будут, значит, знаете, сегодня можно будет задавать. Сейчас никого нет, я отхожу. Все, благодарю. Спасибо. С Богом. Спасибо.